В этом году 25-летие отмечает Республиканский медицинский центр. В рамках события в Якутск съехались ведущие хирурги для проведения мастер-классов. Репортаж Юрия Осипова. На протяжении нескольких часов якутские врачи совместно с одним из ведущих хирургов-педиатров страны проводили операцию по реконструкции. Ребенок родился без прямой кишки. Мальчик уже перенес две операции из запланированных, но у него осталась небольшая недостаточность. Это категории очень высокой сложности. Эти операции выполняются в основном в ведущих федеральных клиниках, в мировых центрах. У нас такие операции очень редко. То есть такие дети как бы рождаются. Как правило, мы их отправляли ранее на спецлечение в ведущие федеральные центры. Игорь Киргизов уже не в первый раз приезжает в Якутск, но этот приезд отличается от прочих. Если раньше именитый хирург делал практически все сам, то сейчас основная работа легла на плечи местных врачей. Но, естественно, под непосредственным руководством. Стоит отметить, что эта операция была проведена при помощи малоинвазивной техники, то есть на теле пациента не делались дополнительные надрезы. Мы здесь в основном помогаем детским хирургам Якутии освоить некоторые методики, которые они, может, выполняли они и раньше, но в связи с тем, что меняются технологии, даже не технологии, меняются оборудование, инструмент. За год в Якутии рождается порядка 70 детей с врожденными пороками развития. Такие случаи требуют оперативного лечения. В большинстве оно производится сразу после рождения. Ребенка помещают в детскую реанимацию и через сутки производят операцию. Развитие таких детей особо не страдает. Такие операции у нас тоже выполняются. Порядка 3-4 операций мы тоже делали. В хирургическое отделение детского центра ежегодно поступает порядка 4000 детей. Из них 45% экстренные случаи. Приезжают к нам самые тяжелые дети с улусов, с районов, из других городов. Также и в основном у нас большой процент дает население города Якутск. Благодаря этим операциям маленькие пациенты получают возможность продолжить нормальную жизнь, не отвлекаясь на проблемы со здоровьем. Эти мастер-классы – лишь первые мероприятия из запланированных в честь 25-летия медцентра. Сам юбилей пройдет летом, в День медицинских работников. Юрий Осипов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.